общем, это последний кусок. Я никак не мог подключить камеру к телефону. Не выходило у меня. Вот. Я чуть не уснул, пока ждал, когда все круги прокрутятся. Но я посмотрел предыдущий кадр, и там все вполне в порядке. Ну, если только мне хотелось бы поднять ее, ну-ка вот. Да, наверное, немного подниму-ка я свой кадр. Мне кажется, как-то вот так. И, может быть, немного поровнее сделать это все дело, хозяйство. Как вы на это смотрите? Чтобы свой кадр сделать поровнее. Здесь, мне кажется, присутствует некоторая ровность. Внизу вот очень вполне такая четкая полоса белая. Вот. Вот, я думаю, так лучше в кадре я буду находиться. У меня всего пару минут, но я услышу сигнал, когда надо будет опять что-то очищать. Здравствую. Должно быть, не было и дня. Палка перегнута, во всяком случае, 3 дней. Но я ведь не статист. Когда бы я ни подумал, об чем писать. Письмо набухало зеленоватой почкой в желтоватом за желтоватым сиянием вокруг, чтоб расцвести огромным таким письмищем, может, даже с указателем иллюстраций и имен в алфавитном порядке. О, как я иронизирую. Но на неделе... Где-то между 11 и 16 октября я отпер скрипнувшую зеленую дверцу ящика и нашел там твое письмо. Желтый конверт, желтое письмо, солнышко в конце. Ты все помнишь. И моя почка, пуля, выскользнула из придурковатого дула. Аллюзии на Набокова у меня предостаточно. Он намеревается быть моим любимым писателем. Я пишу по нему летний реферат «Жизнь и творчество». И, должно быть, буду писать реферат для освобождения от экзамена по литературе. Я люблю литературу, помнишь ли мой значок? По нему также. И это мои так пресловуто называемые творческие планы. Хотя, вообще-то, я был уверен, что письмо от тебя ко мне скоро придет. Прилетит, принесут. Ты ведь знаешь эту замечательную теорию спиральности жизни? Здесь я хотел приклеить кусок программы, сохранил специально в столе, у меня валялось, но места не хватает. Там, на следующей стороне сторонки листа, приклею, это мой анонс. В нам обоим знакомом саундтреке есть песенка даже. The history repeats itself. Спираль – это истина. И в смысле ее явления, в смысле, что она есть, и в смысле того, что она есть истина. Фу, какая проебщина, совсем я ёбнулся, разъяснение в скобках писать, сколько мата вдруг. В каком-то 5-м или 6-м, 7-м классе мы проходили Данте. Ольга Борисовна нарисовала схему ада на доске по этой книжке «Спираль, 9 кругов, чем ниже, тем меньше круги». Неужели мы сейчас в этой спирали? В общем, я ожидал вскоре после 9 октября твоего письма. В 17:00 Симпсоны. У нас их в эту субботу возобновили показывать, а у вас? А у нас в квартире газ. Показываю теперь в СБ и в СС. Я записываю, когда смотрю. Но смотрю редко, в эти выходные не смотрел вообще. Раньше пропуск Симпсонов был трагедией, теперь нет. Волна отступила. Раньше смотрел, записывал и знал практически наизусть, хоть даже и чувствовал, что от серии к серии становится чуть-чуть хуже. Кстати, моя любимая, естественно, из ранних серия про то, как к ним в школу завезли йо-йо, и Барта заставила мисс тщательно прыгают по мозгу шарики, как в игровом автомате, ищут это заветное имя. Крабапл. После уроков, мыть класс после того, как он этим йо-йо
разбил аквариум и отпустил их плавать в унитаз. Ха, в скобках, рыбок, их рыбок. Барт узнал, что это крабапл, написал объявление в газету о знакомстве с мужчиной и начал над ней издеваться, посылая ей письма. И еще за каждое ругательство Гомер кидал монетку в банку. «Спроси меня, зачем я пишу об этом? У меня и так почерк, на котором ты полчаса просидишь, чтоб прошифровать. Вот как я себя ругаю. В общем, я вспомнил твою майку». По-видимому, у нее была майка «Рожденный убийца». А они были как раз в тот же самый день, вот 9 октября, когда я получил это письмо. Я его ждал после 9, потому что вот моя программа за 9 число. А письмо в итоге пришло на неделе, где-то между 11 и 16 октября, я отпер скрипнувшую дверь ящика. То есть в какой-то из этих дней, после 11 октября. Вот. А в 00:00, наверное, у нее была майка Симпсоны. А в 00:00? Я не буду это комментировать, потому что был фильм про «Рожденный убийца». Я считал, что мы из-за этого фильма познакомились. Потому что еще у Насти, которая мне предоставила эти письма, и мы тогда познакомились. Я считаю, в связи вот с этим фильмом про «Рожденный убийца» мне очень нравился саундтрек. И могу реализовать даже эти звуки. О том, что история повторяет саму себя. Тем временем у меня осталось 2 минуты, чтобы включить эту музыку. Дальше уже просто наслаждаться ей. Вот. И вот из-за того, что поднялась какая-то волна информационная, связанная с Настей, я понял, что скоро я получу от нее какую-нибудь весточку. И да, вот я получил, как и знал. То есть я начал свое письмо с того, что я предугадывал твое появление. Вот эта песня. И сейчас мне надо будет решать, на что дальше снимать. Я так сильно хочу, чтобы все получилось. Я так хорошо знаю, что это получится. Я был у бабушки, ночевал. Это довольно часто происходит.
примерно 3 раза в месяц.